имеет. Вот там в припеве вот это под грустное мычание, под бодрое рычание перечислены все звери, которые вот года. Год крысы, год быка, год вот этого. Поэтому имеет. Следующая песня автора Юрий Яковлев и Евгений Крылатов. Это самая известная детская колыбельная в Советском Союзе. Я уже ее объявил, а пришел час, с которым я ее пою. Поэтому проигрыш, слушайте проигрыш. Всю ночь соседи.